О том, что телекоммуникационные компании должны согласовывать прокладку своих сетей с Облэнерго, частная энергопоставляющая организация заявляет уже давно и даже принуждала интернет-компании к выполнению своих условий агрессивными методами. То есть провайдерам и кабельщикам просто срезали их кабели. На какое-то время агрессивное поведение коммерсантов, энергетиков было приостановлено. Считается, что произошло это в период выборов. Однако после 28 октября представители Облэнерго вновь заявили о недопустимости нахождения кабелей телекоммуникационных компаний на электроопорах. Позицию частной компании Облэнерго во время совещания озвучил технический директор Одесса Облэнерго Ярослав Процак. Мы отработали порядок, согласно которому операторы связи должны были обратиться к нам за получением технических заданий и на основании технических заданий разработать проектную документацию. Основное требование в этих заданиях было то, что на линиях электропередач с голыми проводами запрещено подвес коаксиальных кабелей, токопроводящих металлических кабелей. В свою очередь, представители провайдеров заявляют, что у опор существуют разграничения, но даже там, где не требуется создание специальных технических условий, договоры не заключаются. В Облэнерго есть ряд сетей, которые смонтированы изолированным самонесущим кабелем или проводом. То есть на этих участках вопрос совместной подвески с точки зрения правил устройства электроустановок не должен вообще обсуждаться. Разрешено. В то же время Одесса-Облэнерго подписать договора даже на эти участки отказывается. Требования Облэнерго, которые частная энергопоставляющая компания выдвигает телекоммуникационным компаниям, сводятся к одному, говорят провайдеры. Облэнерго хочет провести модернизацию сетей за их счет. Эти опоры старые. У нас получилось по нашему рабочему проекту 7 из 10 каждых опор подлежат замене. При том, что наша техническая нагрузка, да, телекоммуникационного кабеля составляет 5%. За счет операторов производить модернизацию собственных сетей, это, ну, как минимум неправильно. Я считаю, что бизнес – это составная часть нашего государства. И если есть угроза бизнесу, за которым стоят люди, которые там работают, их семьи, это в том числе и угроза национальной безопасности. Результатом нынешней встречи стал срок 3 месяца, во время которого стороны должны найти компромиссный вариант решения проблемы. Ведь заложниками этой ситуации в конце концов являются одесситы, и за ними последнее слово. В то же время ряд общественных организаций и политиков уже уверены, что действия монополиста Одесса Облэнерго необходимо ограничить.